что вроде я вернулся. Слышно меня, нет? Все, вроде слышно. Так, ну, ты ненавидишь Тайка, а я вот решил постримить. Ну, я давно как-то играл в Power Blade. Первый. Сейчас не будем вспоминать, как это делается. Погнали так. На нормале будем проходить. Побежали первый уровень, да, всем привет, кто здесь смотрит меня. Боже мой. Я забыл, что с ним сделать надо. Так, сейчас, подождите, маленько еще чуть поднастроим экранчик. Чуточку так. Ну, побежали. После вчерашнего стрима Tails, Пинни, Джай и Джо решил построить Power Blade. Музыка прикольная в этих играх, кстати, в Power Blade. Сегодня даже вас ожидает маленький сюрприз со второй части. Вы говорите, как слышно музыку там и меня. Просто я боюсь, как настроен. Как все знаете, вот надо на каждом уровне искать таких вот челов, чтобы они дали вам карточку пропускную, чтобы вы смогли пройти дальше. Вот это. Ты должно быть много. Я твой, короче, ну, контактер. Возьми эту карточку для сектора 1. Удачи. И все, и сматывается. Он нас не видит, мы его тоже. Мы уходим дальше. Просто реально, ребят, радио прикольно, честно. Ведущий Георгий Плетнев, так что все, у него свое радио. Да, это самое, в нем зайдешь, короче, посмотришь, там прикольно, кстати, есть камеры, там обработки. Чип-тюн, Nintendo Core, там, рок, метал, всякое, ну там что такое. Посмотришь. Ну все твое любимое. Да нет. Как помню, тут что-то костюм вроде есть какой-то. Эй, блядь. Да. Это, грубо говоря, у меня сейчас как First Run идет. Я забыл, как проходить игру в клубе. Извини, я сейчас не могу включить радио, потому что я занят игрой. Я приду послушать твой, короче, как бы эфир. Правда, у тебя вчера лагало радио, ну ничего. Первый блин комом, как всегда. Все, у нас есть карточка, мы проходим вот за эту дверку.
все. Вот так. Посмотрим, сколько человек нас смотрит. Немножко так вот. Ладно, кто будет следить за тем, сколько человек меня смотрит? Давайте. Мне так неудобно, маленький экран я поднастроил себе. Пока 5 человек я вижу. Все. Ну, надеюсь, что не будет. Так, ладно, сектор 2, пойдем дальше. Буду напевать сегодня. Товарищ Ленин. Окей, окей, буду штурмовать. Да, что? Почему народу мало? Ну и ладно, нет, мне хватает. Я не жалуюсь. Ну и просто вечерком все обычно занимают такое время, блин, что вот именно что народу много, а мне другое время просто, ну, не остается никак стримить. Вот. Если я, например, назначу в то же время, например, где там проходит еще какую-нибудь игрушку, то, блин, там просто народ будет теряться, что посмотреть. Ну и фигня. Хорошо, ладно. Неважно, народ сейчас есть у меня, не хватает этого. Я не жалуюсь. Здорово, геймбой. Вот я забыл, как это делается тут. Я даже вот не знаю, что это за гранаты, короче, у меня как ими пользоваться, я не пользовался ни разу просто. Куда идти, я забыл уже. Даже. Сюда не знаю. Да, я планирую после этой игрушки пройти вторую часть. Я сейчас-то не помню, куда бежать. Блин, я что, в начало уровня пришел? Лол. Я говорю, я что, в начало уровня пришел тогда, вот. Я не помню просто, я не знаю, куда бежать, я забыл. Направляйте меня, я что-то вообще потерялся. Не, идите. Как ты с ним говоришь I hate Power Blade, так и я I hate Castlevania 2. А, блин, у меня карточки-то нету. Блин, где карточку взять? Это лол.
Да, и цунавку. Where's the fucking ID card? Где-то карточка, блин. Не, первая капсула нормально. Сверху где? Так, типа обратно бежать, да, мне надо? Была бы у него сейчас собака, как у Легомена, я бы сейчас подпрыгнул на пружинке. Да, блин. Гранаты какого-то хрена. Как этими гранатами... Да не пользоваться, я не знаю. Так и... Чё? Как... Не, а как туда залезть? Потерялся. Обратно я сюда бегу, да блин. Ну лестницу сверху вижу, ну и... Ну я знаю, что прошел ее, ну блин, я туда не залезу сейчас. Лестница-то о чем? Блять. Ну, а туда залезть-то надо же как-то. Здорово, Макс. Туда залезть-то тоже надо же. О, да. Спасибо. Блять. Вот из-за этого эпика. Уже выпустили. Супер. Так, сейчас звездочку возьмем. Блядь. Обратно так, короче, тяну. Тройной, блин, надо было взять. Я не знаю, сколько ты стримов запустил. Я в группу Dandy Forever выкладывал, что будет стрим. Такой-то, такой-то. Сколько там человек-то собралось, я что-то не вижу. Вторая часть легче. Вот здесь что ли по водопаду? А, ну да. Да еб... Да уйди ты от меня, слизняк хренов. Да, вот эта лестница, короче, и вот тут, по-моему, да. Уже что-то припоминаю. Ладно, фотошку пополню. Вообще не можешь. Сейчас попробуем пройти. Да, все, спасибо. Угу. Удачи, ну все, побежали, лайк.
Можешь пройти в каком плане? Качку не можешь пройти и босса. Сейчас найдем. Смотря кто стоит. Если наш новый стоит, то он походу туалет захотел, так вот ножку приставил. Вроде как дракон тут, да, вроде, я не помню. Фу, вот это эпик. Ну да, да. Ну бывает, это, блин, считай, first round. Бывает. Согласен. Это пожестче будет. Вчера к другу ходил, у него увидел, короче, как же на Денди были. Я говорю, блин, может там отдать, у него зеленые платки были, он там некоторые какие-то нашел, три штуки, короче. Он говорит, были еще, потом поищу отдал. Ну я пришел, проверил сегодня. На одном там просто игровка, там Пакман, танчики, потом World Fighter и, блин, что еще там, ну что-то еще какой-то стрел, короче, там многоигровка, да, до хрена все повторяется, типа как 9999. Вот вторая игра, это, короче, Lion King, ну, второй карточ. Вот, а третий карик, на нем четырехигровка популярная с контроль этим Top Gun, потом Thunder Gate и Макаимура. Был такой, помню, карик. Вот, и наконец-то мы дожили и дошли до мура. Блин. Как все бить-то? Да еб... Да... Да уйди ты! Фу! Ну блин! Лол! Бывает! Люди, так что это надолго сегодня. Нет, вторая часть без проблем, я быстро пройду. Блять. Да. Может, когда я буду напевать мелодию, мне, блин, будет легче будет. Не бывает такое. Такое. Еще до нахуй. Ты тут? Да брос, блин. Не знаю, вот как это, что с этими гранатами делать, я хз вообще, блин. Thank you.
хоть и сами знаете, если долго мучиться, то что-нибудь получится. А! Фу! Карточка-то за имя. Я не просил кворум. Слышь? Я обобщенно говорю. Ну и тебя одного он не проходился. Этот сил кворум. Ну и я продолжил. А почему тут нельзя как вот мигануть, например, спускаешься по лестнице тоже, да? Вот так вот спрыгнул с лестницы и туда вниз, короче, спрыгнешь, всю жизнь потеряешь, прикольно. Угу. Спасибо. Это лол. Да я случайно, чё? Мне музыка понравилась. Подожди, это еще это Шаттерхенд я не играл, я вообще, блин, там не проходил, короче, дальше второго уровня. Во второй части там на байке по уровню ездил. Я помню, в русскую версию играл. Вот. Там был, короче, на перевод, там же нам домами написано Stage 1, 2, а там, короче, у нас это, там, русские перевели Дом 1, Дом 2. Я, о, Дом 2 взорвали, все нормально, короче. Это уже какой-то стимул, что-то в этом было, короче, чтобы играть дальше и взорвать этот Дом 2. Интересно, а тут континуум бесконечный или есть предел? ТНТ? А может еще раз прыгнуть? Мне понравилось. Либо бы на моем месте, блин, что-то даже я бы. Я бы выключил уже, блин, эмулятор нахрен, сейчас я бы занялся бы чем-нибудь другим. Но я веду стрим. Пусть помучится, я русский. Я удав, я люблю мучить. О боже, я перепрыгнул, о да, о да! Иди сюда, дракон, сука. Вот, сдохну. Бесишь. Вот. Спустя, наверное, 15 минут мы прошли второй уровень. Вот. Если так пойдет дальше, то сейчас к 6 мы только первый уровень. Да.
побежали третий уровень. Чё, кстати, внизу? О, здорово, Лич. А, это где это? А, ты просто ВКонтакте что смотрел или по телеку показывали? Это на радио по телеку. По телеку с переводом показывают. Ага. Вот я у тебя спрашиваю, по телеку или это самое. Ага. Да, а чё? Забуду перевести какие-нибудь там на корпоративе погуляли и все. Вот мне с четвертого нравится уровень мелодии тоже. Если она четвертая, по-моему. Зачем учить английский, если ты сможешь Робокопа без перевода? Чего вообще эти гранаты дают? Нахрен они нужны? Нашли сразу. Давайте я просто Гоша буду называть, ладно? Георгий. Ты ж не обижаешься, я думаю. Да, давайте его, давайте друг друга по никам просто называть и все. Так, вот тут я не помню куда. Сюда, по-моему. Александр Невский. Накидал. Ну да. Завоеватель. Нет, Жора это не Егор. Егор это совершенно другое имя. Так, тут, по-моему, эти соты сраные. А ты Игоря Гарик называй, вот. Будет мартирос, блин. Нашего времени. Третий уровень быстрее что-то получилось как-то. Да. Нет! Что круче, мёд мать твою или малина мать её? Морковка. Все, сдохните. Оу, ну вот, третий уровень мы прошли побыстрее. Сколько человек после третьего уровня? Ага. Ну все. 8 человек. И переходим к сектору 4. Не, значит, 5 уровня. Тут 6 основных и последний, короче, там какие-то ворота. То есть 7, короче, уровней. Я не удав горы не слышу.
Вот кто-кто, вот Георгий Победоносец, вот ты же. Нет, я граф Александр Владимирович, если так смотреть. Я Володькин сын. Да, Владимирович, все. Здесь 13. Ну да. Согласен. Так, сейчас я... Да, сейчас на четвертом уровне, да. Давай вместе проходить, чего будем искать. Да какой Горилыч? Че, издеваетесь? Ой, думаешь, я запомню? Привет, Сиджей Скай. Ну, все, короче. Пошел угар. Как Горилыч. Гаврилыч туда. Владимирович, я, блин. Хотя, в принципе, я уже, наверное, догадываюсь, где может быть. Ты, князь! С Мишей. Бесит больше всего такие платформы. Слушай, походу тут ворота. Сверху я помню. Да, ворота тут. Да, карту пошли искать. Сюда потом вернем. А карточка, я понял, где, короче. Вот мы, помнишь, короче, когда вниз спустился, я по синей такой комнате тогда. А надо было налево идти, а там справа пошел, там хрен какой-то ядрами стрелялся. Может, туда нам и надо? Блин. О, хрен. Ну, как раз с самого начала, я тебе сейчас их покажу, короче. Я понимаю, не втерпел, все хочется сразу пройти, но, блин, понял, то же самое, знаешь. От какого ты коматоза отходишь? Песня Гора, что за... Что за песня? Нет, не слышал. Не. Блин, кошмар. Не, правда, серьезно, я не слышал такой песни. Да хорош ты, Горилыч, Горилыч уже, надоело.
искать. Так, это не тут. Да, блин. Тогда спустимся сюда. О, вот он. Напомнил, Ваня? Потом обратно вылезаем, когда надо. Вот так у меня нулевая жизнь. Да, ледяное место, он в том вот внизу, короче. Вообще интересно, куда ты денешься. Ну, хотя опять отсюда идти, видишь? Я хрен знает, что это вообще такое было, зеленое. Ну, мы, короче, прошли. Да. Четвертый уровень пройден. Пятый уровень. Пятый, шестой уровень. Прикольно, мелодия мне нравится. Танки отдыхает. Это не телевышка, это погрузочный типа кранчик такой.
Ну да, что-то есть такое. Снимай, как я понял, ногами из телефона. Сейчас будет босс, что-то, блин, не дойти же до него надо, правильно? А у меня типа крутой навороченный сенсорный такой, да? Пробей в интернете Samsung GT-C3530. Это не ко мне вопрос, это к разрабам игры. Во что это я облачился-то? Так, шелот шестой уровень. Вот, прикольная музыка. Привет, Руслан.
Понятно, то есть ты хочешь, ты вообще не проходил, да, эту игру? Если не проходил четвертый уровень. Ай-яй-яй, Ваня. Нельзя же так. Так, вот тут что-то надо. Так, так, потом. Опа, ага. А-ля Мегамен начинается. А мне 15-летний, ну и чё? То же самое считаю. Мне через месяц 19 будет. Ты с 6 лет играешь, а из 4-х. Блин. Тупанул. Надо только быстрее, Валя. Сколько там человек-то на канале сейчас? Я что, тут самый молодой, что ли? Вот мы уже у ворот. О, боже! Что? О, ну все, мы его прошли, короче. Удар замесил его. После этого... Не, а не с чем поздравлять. Остался еще один уровень. Последний. Открываются ворота, и мы пошли на последний уже уровень. Вот он, товарищ Ленин. Что-то говорит. Типа, тревога, тревога, типа проникновение, короче, ну, постороннего. Бла-бла-бла-бла-бла, короче. Ну, проникновение в мавзолей, короче. Вот. Да, бла-бла-бла. И вот последний уровень теперь точно. Эх, видел бы это сейчас Стинг. Но вы ему расскажете. Если он не появится раньше времени. Не помню, надо качка, не надо. Вроде тоже надо.
этаж. Тут я уже не помню, куда идти. Ладно, будем наугад. О, Ленин. Владимир Ильич. Ха, Кибердайн сейчас будем разрывать. Нет, Ленин. Я вообще Бэтмен. Мне бы выжить. Ну вот, все, норм. Ничего и не нужно. Да, сердечко-то у меня мало. Ну, короче, жизнь-то одна. Куряга. Блин. Ладно, продолжим. Мы должны пройти эту игру. Ты это мне? Психопатологист. А я сейчас бандам-то. А реально в чате поаккуратнее, а то... Да мне как-то по барабану. Лишь бы выучился. Да, Стинг. Да, нарывается тут на меня потихоньку.
Психолог в бан хочет, наверное, я думаю. Это последний босс. Ленин, робот. Это что за покемон? Ну, может быть. Это Гоша Куценко. Его так наказали, потому что он фильмы перестал снимать. Блин, это эпик. Не пройдено. Блин, у меня жизни не хватает. Это типа главный компьютер. Вот его когда взорвешь. Это знаешь что, Вань, это как Джакали. Ура, мы прошли игру. Что? Игра так не думает. Ну да, что-то типа того. Блин, надо без повреждений как-нибудь попытаться сейчас дойти. Доки-доки Куэнчи. Ты не пройдешь меня. Нет, я не дамся. Не знаю, не смотрел. Я киноманию уже забросил, не смотрю, неинтересно. Вот еще раз. Даже не нужен агент. Ты про что, то, что типа я не дамся или ты не пройдешь? Так, вот он этот главный компьютер. Да! Я хз.
Так, это что за глюк? А, во, все. Хорошая работа, Нова, спасибо тебе, что, типа... Опять нас спас всех, короче, все нормально. Дословно вперед, теперь мы должны все перестроить. Ну все, перестройка, Ленин, как говорится. Мы были в России. В возможной России. Ну вот. Показывает нам большой вверх пальцы, говорит, спасибо тебе. Вот. Ну и на этом игра, в общем, заканчивается. Так, ну что, я думаю, сейчас никуда не расходимся. Я сейчас перезапущу стрим, и мы продолжим проходить только вторую уже часть этой дуалогии. Так что остаемся на канале. Я скоро.